Кабинет химии в 49-й школе не пустует даже во время каникул. Старшеклассники пишут пробные экзамены. Чтобы часы, проведенные за партой, были и полезные, и приятные, помещение решили отремонтировать. Дети-то меняются, нельзя детей держать в одном и том же состоянии из года в год, и как будто у нас другие дети вот прошлого века. Нет, нельзя так, надо менять что-то. Менять намерены все. Доску, учебные пособия, двери, мебель. От водоснабжения каждого стола решено отказаться. Такие лабораторные больше не проводят. А вот вентиляция будет улучшена. Хочется, чтобы было очень информативное место педагога. Это рельсовая система, за которой находится современный комплекс, который позволяет возможность учителю с выхода в интернет проводить те или иные занятия более информативно. Чтобы на все это хватило средств, проект подали на конкурс «Арктическая школа». В этом году гранты получат 80 образовательных учреждений по всему региону. Совершенно очевидно, что это замечательный проект, который на протяжении 3 лет уже реализуется в городе Мурманске и во всем регионе. Благодаря губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису, в Мурманске уже преобразовано порядка 40 пространств. В школах это и кабинеты химии, физики, это и спортзалы. И это совершенно иного качества уже пространство. Если 49-я школа войдет в число победителей программы, работы начнутся в середине июня. Тогда закончится экзаменационная пора. Александра Клепцова, Владислав Хрущев, ТВ-21+.